Привет, это снова Сергей Черняк, Бюро Мобильный. Сегодня 3 декабря 2022 года, и у нас снова новости отопления. Пожалуйста, не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайки и делиться этой новостью. Итак, федеральный парламент принял закон, который на русский язык можно перевести как замораживание цен на энергоносители. Это означает, что с этого момента энергетическим компаниям запрещено произвольно, безосновательно повышать цены на энергоносители и электроэнергию. То есть больше нельзя говорить о подорожании в 2-3 раза. Взятые, изъятые незаконно у потребителей деньги энергетические компании обязаны вернуть и параллельно доказать государству то, на основании чего они хотят повысить цены на энергоносители конечным потребителям. Единственным основанием может быть повышение закупочных цен. Все, что изъято незаконно, должно быть возвращено. Основание для этого – то, что энергетические компании и так получают субсидии от государства. Так что бояться больше не надо. Кажется, зиму удастся пережить. Оставайтесь с нами. До свидания. Берлин Мобилен.